Здравствуйте. Давненько я что-то своего не выкладывала. Вот я недавно, получается, 22 марта как раз на Наурыз посеяла бархатцы. У меня здесь несколько их видов. Взошли они у меня вчера. Вчера у нас было 25 число. Вот. И вот они за 3 дня у меня так быстренько взошли. Ну, почему они так быстро взошли? Я как регулятор и усилитель роста развела в пропорции 1:5 и немножко пробрызгала семена чуть-чуть для быстрого прорастания. Но ни разу не подводил, семена не пропадали. Вот, хочу обратить внимание на то, что вот тут я уже убрала, на некоторых всходах остается вот эта вот оболочка, семечка. И как ее убрать? Если ее не убрать, то зародыши листиков потом начнут в ней гнить. Так, здесь вот это покажу на примере вот этого. Чтобы его убрать, сначала нужно пробрызгать немножечко, подождать пару минуток, оно как намокнет, и его легче будет убрать. И вот когда оно намокает, чуть-чуть подтягиваем. И вот здесь вот хвостик бархатцы. Вот, потихонечку убираем. Вот. Немножечко мне не получается одной рукой. Если оно не выходит, сразу начинается. То я беру вот этот вот хвостичек. Надеюсь, вам видно. И как бы постараться так потянуть его напополам. Вот так вот. И вот. И всход целый. И мы ему помогли убрать вот эту вот кожурочку от семечки. Здесь вот тоже. Так вот потихонечку, видите, раз. Убрали. Намочили хорошо, смочили. И можно... Хорошо убирается. На сухую эту процедуру никогда не надо делать, потому что когда эта оболочка сухая, она может повредить эти всходики. Вот видите, влажная, когда намокла, не надо ни оборачивать, ни что. Просто опрыскали, подождали. Если не получается, можно еще чуть-чуть подпрыскать. И можно убирать. Здесь вот тоже интересно, хотела обратить внимание. Сходит, и как будто бы как шапочка, как будто бы гриб растет и приподнимает. Сейчас, если приоткрыть, то должны быть всходики. Да, вот большая семечка всходит. Здесь вот еще одна. Прям как грибочки. Вот тоже еще один товарищ не смог самостоятельно освободиться. Аккуратненько. Оп, и убрали. Им будет легче. Здесь у меня разные сорта. Бархатцы, Риголетто. Тут такие вот желтые с оранжевым. Есть бархатцы. Лимонный принц желтые. Лимонное чудо тоже желтые. И где-то у меня еще стоит пляжный сезон. Большие оранжевые такие красивые шары. Ну, посмотрим, как вырастут. Буду также дальше наблюдать. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Не стесняйтесь.